В городской администрации состоялся прием жителей главы города Алексеем Колмаковым. Большинство вопросов связаны с жильем, устранением последствий пожара, ремонт балкона. С каждой проблемой глава города внимательно ознакомился. Нина Казакова обратилась с просьбой помочь в ремонте лоджии. Щели стали причиной появления грибка, и в помещении идет холод. Требуется ремонт, а больше ей обратиться некому. Последняя ее надежда – помощь главы города. Спасибо. Я бы с удовольствием сделала, но не могу, я цену. Ну, понятно. Вот, спасибо, Нина Ольга. Спасибо. Все от нас большое. Зависит, мы посмотрим. 70-летие Победы сделаем. Спасибо большое. Вера Киченко и Людмила Андреева обратились по поводу последствий пожара, который затронул их квартиры. Им пояснили, куда необходимо подать документы для получения материальной компенсации. А глава города пообещал помочь с материалом. А к Вере Одинцовой будет направлена комиссия, которая осмотрит жилье. По ее словам, дом находится в аварийном состоянии, плохая проводка, к тому же еще и отсутствует канализация. Вы что хотите, посмотреть? Помогите, пожалуйста. Посмотрим. Ну, если от нас что зависит, мы сделаем. Если от нас не будет зависеть, мы тогда вам скажем, не будет зависеть, тогда будем проводить пожалуйста, воду. Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите. Посмотрите, как в таких условиях мы живем. Я одна там, у меня никого там нет. Галина Долгова получила разъяснение по вопросу об увеличении количества сливных ям у многоэтажного дома. Сейчас у них одна на четыре хозяина. Вы сначала должны с собой определиться и как бы видите, вы приедете, вы скажете, вот здесь это. Волос, только волос, определитесь, а то вы между собой там. Не, ну может она вот здесь прямо рядом. Да, ну рядышком. Рядом прямо. Мы на двоих, и они там на двоих. Да, чтобы у нас своя яма, у них своя. По просьбе Лидии Есьповой будет спилено дерево на кладбище. Всего к главе города обратилось 14 человек. Юрий Цейн, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказово.